Что компания Филиппова предлагали услуги по завышенным ценам, не раз говорило и новое руководство обладминистрации. Теперь на улицу вышли общественники, депутаты и простые жители. Они просят наказать виновных, не стрелочников, а именно виновных. Жители, которых фактически обворовали, на те денежные средства, которые Филиппова вывели в офшор, на них приобрели недвижимость за границей, в частности в Ницце, в Монако, они, эти денежные средства, должны быть возвращены жителям, а виновные лица понесли ответственность. Митингующие категоричны. Там, где работали компании Филиппова, тариф всегда был выше. В пример приводили город Лакинск. При работе аффилированных компаний Филиппова тариф на теплоносители составлял 2,5, почти 2500 рублей за гигакалорию. После ухода данных фирм на данный момент тариф составляет 1800 рублей. Досталось и прежнему губернатору. Пенсионерка из Коврова рассказала, что при Виноградове город Оружейников испытывал перебои с горячей водой. С компаниями Филиппова судились, но по сути ничего не менялось. Было пройдено много судов, вплоть до Верховного суда, который признал действия господина Филиппова незаконными. И решение областного суда отменил. Горячая вода стала подаваться без перебоев. Хотелось бы спросить, где были наши областные суды? Теперь понятно, почему митингующие решили собраться на площади перед областным судом. И все-таки некоторые плакаты можно расценить не иначе, как давление на суд. Малышкин, кто не знает, это председатель областного суда. Чтобы он был смелее в своих решениях, в своих делах. Поэтому и написано: Малышкин, пора расти. А вы думаете, он не смелый? Но я еще пока не думаю. Но на всякий случай написали такой плакат. Судьи принимают справедливое решение, но мы предполагаем, что будет вероятность оказания давления. Русанин сообщил, что в областном суде началось рассмотрение дела по действиям лица, входящего в клан Филипповых. Кто имеется в виду, организатор митинга говорить не захотел. Он только выразил надежду, что суд будет беспристрастным. Также митингующие приняли резолюцию к президенту. Они просят Путина лично контролировать, как наш областной суд будет рассматривать дело по коммунальному спруту клана Филипповых. Александр Инин, Евгений Токарев, 6 канал.